Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 24 прелюдии и фуги. Я все-таки коснусь прежде всего того значения, которое имел и имеет, я уверен, будет многие десятилетия, может быть, и сотни лет иметь эта фигура, это имя. Шостакович действительно является одной из ключевых фигур XX века. Он стал наследником традиций европейского симфонизма, идущего от Бетховена, Малера. Он также стал завершителем традиций психологического квартета, идущего тоже от Бетховена, Брамса. В то же время он многое почерпнул и из традиций и Мусоргского, в частности, его разговорное пение, через которое он передавал разные эмоции. Это тоже впитал в себя Шостакович. То есть фактически он был завершителем многих-многих традиций. И в этом его большое сходство с Бахом. Почему? Бах тоже был завершителем многих традиций. Он был завершителем традиции итальянского концерта Гроссо. Он был завершителем традиции французских клавесинистов. И он был завершителем, естественно, традиции немецких органной музыки. Единственное, в чем он был новатором, Бах, это в том, что он отстаивал принцип новой настройки клавиров и органов, так называемой темперации. В чем она заключается? Он несколько уменьшил квинту натуральную таким образом, чтобы они точно, 12 квинт, укладывались в 7 октав. И таким образом он как трактат написал 48 прелюдий и фуг. Но это не трактат теоретический, а трактат, в который он вложил любовь, он вложил весь свой гений. И поэтому действительно не случайно Шостакович обращается тоже к жанру прелюдии и фуга. Таким образом, получается, что Шостакович уже в зрелом возрасте, ему было 44 года, он написал этот цикл. Как бы под впечатлением, конечно, в первую очередь Баха. А как это случилось? В 1950 году Дмитрия Шостаковича пригласили на тогда очень-очень престижный фестиваль в Германии, в Лейпциг, посвященный 200-летию со дня смерти Баха. Это очень широко отмечалось. Это были конкурсы и фортепианные, и скрипичные, и органные, и клавесинные, и вокальные. И вот в качестве жюри приглашают от Советского Союза Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он приезжает на этот конкурс и садится в жюри. Можете себе представить, что он в течение недели и даже больше, сколько он наслушался прелюдии и фуг Баха, не только прелюдии и фуг Баха, но, естественно, прелюдии и фуг Баха как пример для подражания, пример для того, что потом он написал свои прелюдии и фуги. И вот на этом конкурсе выступила тогда еще малоизвестная советская пианистка Татьяна Николаева. Татьяна Николаева приехала на этот конкурс фактически во всеоружии. Она заявила 48 прелюдий фуг на выбор. То есть жюри могло совершенно спокойно, она вышла на сцену и просит, пожалуйста, я могу играть любую прелюдию фугу. Тут же жюри заказывает, она играет. Это, конечно, была сенсацией по тем временам. Она получает первую премию. Шостакович очень рад, он возбужден, он подходит к ней, он поздравляет его, они возвращаются в Москву, она возвращается победительницей, а он возвращается с интересным замыслом. Каким же замыслом? Тоже написать прелюдии и фуги. Это был октябрь 1950 года. Вернувшись в Москву в 1950 году, Шостакович тут же приступает к созданию прелюдий и фуг. И вы можете представить, этот цикл, в котором 2,5 часа музыки был написан Шостаковичем за 4 месяца, в такой кратчайший срок. Это вообще просто рекорд, я считаю. Он начал его в октябре и закончил 1950 года, и в феврале 1951 года цикл был закончен. И еще через год он был издан под опусом 87. Вы знаете, часто композиторы вдохновляются какой-то фигурой исполнителя,
и потом как бы посвящает ей или ему то или иное сочинение. Вот так было, например, когда посвятил Берлиоз, когда Берлиоз прослушал игру Паганини и написал свою замечательную симфонию с солирующим альтом. Паганини для него был Гарольд в Италии. Паганини для него явился примером. Или, например, Брамс, он прослушал игру выдающегося кларнетиста и написал несколько сонат кларнетных. И таким образом, я думаю, что и тут же можно сказать, что Шостаковича вдохновила игра Татьяны Николаевой. Но, как всегда, это только повод для написания. А дальше, конечно, гений композитора творит чудеса. И вот этот цикл, который сегодня, я считаю, может по праву быть одним из самых выдающихся, может быть, фортепианных циклов, сегодня этот цикл живет, и вот я сегодня говорю об этом цикле, я увлечен этой музыкой, я играл эту музыку, и мне бы очень хотелось, конечно, чтобы эту музыку стали чаще играть. Почему? А вот вспомните, ведь Баха, после того, как он написал этот самый гениальный совершенно трактат, так называемый теоретический 48 прелюдий фуг Баха, их очень много лет никто не играл. Мендельсон, который возродил страсти по Матфею, все только говорили об ораторной музыке Баха. Никто не говорил о его клавирных прелюдиях фуга. И только Антон Рубинштейн первый раз на сцене включил в свои исторические концерты прелюдии и фуги Баха. Это была сенсацией. Но все прелюдии и фуги Баха исполнялись только в 20 веке. Представляете, сколько времени прошло. И первый, кто записал прелюдии и фуги Баха целиком, это был Эдвин Фишер. Потом уже записала Иван Долландовская, потом это было уже действительно потом Рихтер. Можно привести много примеров других. Итак, наверное, то же самое, может быть, ждет и музыку Шостаковича. Конечно, ее играет в России, конечно, ее знает в России. Я, поскольку сегодня много езжу и много общаюсь с музыкантами, много сижу в жюри, я, к сожалению своему, не часто слышу прелюдии и фуги Баха, прелюдии и фуги Шостаковича, потому что мне кажется, что это тоже как бы его ждет будущее, их ждет будущее. Я думаю, что их начнут играть, и начнут играть с вдохновением, и по-настоящему оценят эту музыку. Интересно, что в этих 24 прелюдиях фуг Баха есть так: 11 трехголосных, 11 четырехголосных, одна двухголосная и одна пятиголосная. Таким образом, получается 24. Если Бах распределил свои прелюдии фуги по темперации до диез, ре диез, ми, фа и так далее, то Шостакович распределил свои прелюдии фуги по квинтовому кругу. До, потом идет минор на ля минор, потом идет соль мажор, потом идет ми минор, потом идет ре мажор, потом идет си минор и так далее. Впервые по квинтовому кругу свои прелюдии расположил Шопен. Также по квинтовому кругу. Также по квинтовому кругу расположил и Шостакович свои 24 прелюдии, опус 32. Что получается? Что в первом томе все прелюдии и фуги идут по возрастающей диезным тональностям, а во втором томе все прелюдии и фуги, наоборот, уменьшаются от минорных к последней, которая ре минорная, которая с одним бемолем. Вот так распределяются прелюдии и фуги в цикле. Интересно, что при том, что он был потрясающий пианист, Шостакович, мы ведь знаем, что он даже был участником шопеновского конкурса, он поехал на шопеновский конкурс, он был блестящим пианистом, он закончил Ленинградскую консерваторию в классе выдающегося пианиста, педагога Николаева. Эту же школу закончила и Юдина Мария, эту школу закончил Владимир Сафраницкий, который был выдающимся исполнитель музыки Скрябина. И вот Шостакович, будучи выдающимся пианистом, в общем-то, не так много написал для фортепиано. Он написал две сонаты, два концерта, цикл 24 прелюдии коротенький, опус 32, и еще несколько пьес афоризмы, и вот такой грандиозный замысел, такой грандиозный цикл, как 24 прелюдии и фуги. Действительно, нужно сказать, что он вообще не полифонический композитор. Такой музыковед Должанский, он написал, что лишь трижды Шостакович обращался к фуге, не считая, конечно, своих учебных
Фу, который он написал в студенческие годы. Поэтому, как бы, это даже не, мы не можем сказать, что он композитор, который написал очень много фуг до этого, и, конечно, он был композитор-полифонист, конечно, он использовал полифонию как средство везде, и в своих симфониях, и в своих камерных сочинениях, и так далее. Но написать до этого много количества фуг у него этого не было. И вот интересно, что Шостакович начинает свой цикл с прелюдии и фуги до мажор. Причем интересная вещь, он начинает ее так же, как и Бах, в том же расположении. Бах начинает прелюдию и фугу с первого тома. Шостакович начинает прелюдию и фугу. В том же расположении, посмотрите, Бах, Шостакович, абсолютно в том же расположении. Что интересно, что он начинает первую прелюдию и фугу в тональности до мажор, из этой тональности, как из этого зерна вырастает все это дерево этих 24 прелюдий и фуг. В этой прелюдии он использует танец старинный чикону или сарабанду. Посмотрите, это очень интересный размер. Мы знаем пример чикону очень много. Мы знаем чикону, которую использовал Бетховен в 32 реакциях. Мы знаем чикону Баха. То есть в этих произведениях очень важно почувствовать вторую долю. И вот Бах в этой прелюдии, так он и написал, что нужно чувствовать эту танцевальность. Кстати говоря, чикона пасакаля – это был такой траурный испанский танец, танец шествия. Вот он и должен быть почувствован здесь. Все время вторая доля, она особая. И она в этой второй доле, надо ее почувствовать, эту вторую долю. Она должна быть как-то очень почувствована тобой. Интересно, что в этой прелюдии все в таких в полутонах. Все, даже фактически одна кульминация, которую он достигает, и то это не... Это такая полукульминация, она вся в таких пастельных тонах выражена. Поэтому такой до-мажор светлый. Это начало, начало всех начал. Интересно, что он делает с фугой? В первый раз, я уже говорю о том, что, конечно, он впитал в себя те традиции, которые идут от Мусоргского. Это вот такое разговорное пение, пение, через которое передаются все оттенки души человеческой. Вот, но мне кажется, здесь как раз пение такое архаичное, старинное. И вот этот ход на квинту, я себе представляю, вообще русская православная церковь, она очень признавала хоровое пение, очень признавала все, что касается, так сказать, хорового пения с солистами, хор, это все было очень, так сказать, близко и фактически полностью отрицала инструментальную музыку. И мне кажется, что вот здесь, в данной фуге, мне кажется, начинает солист, причем интересно, что начинает закрытым ртом. Это очень такое типично русское пение. Рот закрыт, все в себе, очень архаично, никакой вибрации, это не то, что будет дальше в другой фуге, где та же самая квинта, но абсолютно в другом аспекте. Это тоже русская песня, но совсем другая, а это вот такое вот архаичное, очень такое, без вибрации, и то же самое вторая. Третий – это четырехголосная фуга, которая вот так и проходит. Фактически кульминация одна, и то незначительная, когда он заводит. И все. И на этом заканчивается.
сейчас я играл и рассказывал о прелюдии и фуге Шостаковича номер один, до мажор. И мне вспоминается очень интересная встреча с Дмитрием Дмитриевичем, которая произошла в 67-68 году, я уже сейчас точно не помню. Но это было настолько незабываемо, и настолько потом отразилось на моей жизни, на моем подходе к его сочинениям, что я не могу об этом не рассказать. Дело в том, что я учился в то время в Ленинграде, в музыкальном училище при консерватории, музыкальный колледж при консерватории. Этот же колледж закончил и Борис Тищенко. Это один из выдающихся советских русских композиторов, один из самых лучших учеников Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Поскольку у него было несколько аспирантов в Ленинградской консерватории, он иногда наезжал в Ленинград из Москвы, он уже жил в то время в Москве, и давал мастер-классы. И вот Борис Тищенко пригласил его к нам в училище. Никогда не забуду, как он зашел в класс. Мы сидели, пианисты отобрали, был очень такой серьезный отбор. Не так просто было попасть на эту встречу. Но вот меня отобрали. Дело в том, что, так сказать, его один вид, одно появление его, это уже было, знаете, как мессия пришла просто. И вот он зашел в класс, очень приветливый человек. Он говорил очень быстро: «Понимаете, понимаете, понимаете». И все время говорил, все время очень уважительно. Мы еще были совсем маленькие музыканты, еще только-только. И как он уважительно к нам относился, как он смотрел на нас с любовью. Я думаю, что он в этот момент думал: да, это вот будущее. Вот для кого я пишу эту музыку? Конечно, для них. И вот он стал рассказывать о своих прелюдиях и фугах Шостаковича, о своих двух сонатах, вообще о своем фортепианном творчестве. А когда дошло дело до прелюдии и фуг, я вдруг поднял руку и сказал: «Дмитрий Ильич, могу я вас спросить одну вещь?» Он говорит: «Конечно, для этого я сюда и пришел. Почему у вас такие быстрые метрономы? Почему вы поставили такие быстрые метрономы почти во всех своих сочинениях?» Он посмотрел на меня и сказал: «А вы не обращаете на них внимания. Это я поставил для себя. Каждый исполнитель пусть решает сам, какой метроном им выбрать в соответствии с музыкой». Я говорю: «Ну первая же прелюдия фуга, это же чикона, она же не может быть такая быстрая. Вот и играйте так, как вы чувствуете. Вы же, говорит, когда слушаете произведение Рахманинова, он играет в 3-4 раза быстрее, вы же потом не играете так же». Вот и я тоже поставил метроном и поставил. Это было настолько и приветливо, и смешно, и полноценным ответом на мой вопрос, что я теперь всегда вспоминаю эти слова, когда я сажусь и открываю его прелюдии и фуги, или открываю его сонаты, я смотрю в ноты и думаю: да, Дмитрий Дмитриевич, какой же тут может быть 92 четверти, модерат? 92 это так. Я думаю, что должно быть чикона. Вся чикона, и это чикона. И это чикона. Танец чиконы – это траурное шествие, траурный испанский танец. Он не может быть быстрым. Вот такая интересная история. И дальше все то же самое. Все темпы. Он пишет иногда аллегро. Я думаю, что это больше аллегретто. Но все-таки я призываю всегда исходить из музыки. Прежде всего из музыки. Он написал сочинение, это как, знаете, он выпустил из своего гнезда, из своего сердца это сочинение. Оно стало уже нашим. Он написал для нас. И вот мы должны это все уметь прочесть и нести дальше. В этом наша заслуга исполнителей. Очень бы хотелось остановиться на третьей. Мы говорили, что он от Мусоргского вобрал тоже и такой эпический стиль, который, в общем, здесь складывается. Эти те же самые колокола, о которых я буду говорить, русские. Это все в этой прелюдии. Третья прелюдия. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы знали, она начинается с форта пизанто. Это органные, вот это эти русские колокола. И то же самое. Все такое грандиозное. И самый конец он качает. И фуга. И такая задорная фуга.
Вот, пожалуйста, пример другого Мусоргского, другого Шостаковича, который подражает Мусоргскому, у которого, так сказать, вот это вот величие, этого идущее от картинок с выставки. Это... Этот ми-моль-мажор грандиозный. Вот он здесь в этой прелюде дан. Хотелось бы, конечно, поговорить об следующей прелюдии фуги. Конечно, и здесь тоже, это ми-минорная, до этого мы говорили о соль-мажорной прелюдии фуги. Конечно, и здесь в этой ми-минорной фуге ужасно важны эти два плана. Этот опять солист и опять этот хор, этот... басы и фуга опять, мы возвращаемся к той песне, вдруг песня уже немножко другого плана, не так, как он начинает, она уже более ясная. Тоже, кстати говоря, русская тема. Но она русская по духу. Это не тема, которая, как мы говорим, фольклорная тема. Она не фольклорная, но она уже очень... Очень много в этом цикле русского. Мне бы хотелось на этом остановиться. Знаете, во всех, так сказать, аспектах это и архаичная Русь, это такая древняя Русь, как в первой фуге. Это и певучие русские протяжные песни, это и чуть не сцены из Мусоргского, та же ми-боль-минорная тема. Это и последняя ре-минорная прелюдия фуга. Очень много русских тем, очень много такого задушевного, очень много такого, знаете, у каждого русского есть такой, я бы сказал, сентимент, такая болевая точка. И вот, чтобы играть эту русскую музыку, мне кажется, нужно обязательно эту точку почувствовать. Нужно почувствовать это вот зерно рациональное, которое здесь есть. Потому что как только эти темы перестают петь изнутри, по-русски петь, не по-европейски петь. Мы шопеновские ноктюрны тоже поем, но это совсем другое. Вот это вот русское пение, оно чем-то очень особым отличается. И мне кажется, это надо очень хорошо почувствовать. И вот интересно, номер 5, ре-мажор, одна из самых светлых пар, одна из самых светлых прелюдий и фуг, которую он написал. Кстати говоря, эта прелюдия, она очень напоминает такую бряканье гитары, вот это. Вот это бряканье гитара, а эта тема вот по мапе то же самое. Смотрите, опять. Очень простенько и в то же время очень непросто вот эти два плана. Один план поет, а второй этот бряканье этой гитары. Можете себе представить, как, не знаю, юноша перед балконом девушки поет эту серенаду. Да. А в середине куда же деться без советской песни? Свет, радость, понимаете? И, конечно, задорная эта фуга, она мне напоминает, это и Камаринскую можно себе представить, и, с другой стороны, можно представить себе, как это детская шаловливость. Кстати говоря, очень важно, если Бах ничего не писал в нотах, то у Шостаковича очень много указаний. И мне кажется, очень как-то правильно было бы обратить на это внимание. Вот, например, на эти две лиги, которые, конечно...
Вот это. Все время вот эти тара-тара. Такое немножко жалобная, детская такая игривая фуга. Вся прыгающая такая, стакашечки такие, стекляшечки. Вся она из таких вот веселых. Так она и заканчивается. Очень задорно. А? Задор. Нельзя охватить все в предыдущих фугах, но мне кажется, очень важно понять, что вот этот вот цикл, он весь построен по принципу контрастности. И вот эти контрастные настроения, переходящие от прелюдии к фуге или от одной фуги к другой, они явились, конечно, центром, так сказать, в создании этого цикла. Обратите внимание, пожалуйста, на следующий прелюдия фугу фа диез минор. Почему я о ней говорю? Потому что это драматический центр первого тома. Мы же знаем, что как бы 24 делится на два тома, 12 и 12. Так вот это восьмая. Я не могу здесь коснуться одной очень важной вещи, на мой взгляд. Вы знаете, Шостакович при создании своих прелюдий фуг находился, прямо скажем, не в самом лучшем своем состоянии. Это были последние 5 лет правления Сталина. Сталин мог и приголубить, Сталин мог и загноить. Вот это вот кнут и пряник, то, что постоянно менялось в жизни Шостаковича, то он был обласкан и получал сталинскую премию. Тут же его объявляли в формализме, его выгоняли из консерватории, его симфонии перестали исполнять. Единственное, что он стал писать, это музыку кинофильма. Кстати, как он попал в Берлин? Он написал этот фильм «Падение Берлина». Музыка совершенно потрясающая, кстати, к фильмам. Вот. И, естественно, этот фильм был очень узнан. И таким образом Германия пригласила его в качестве жюри. Это то, о чем я начал, как он попал на конкурс Баха. Так вот, мне кажется, что здесь еще, как не вспомнить, что 50-й год, это еще только-только отгремела война. Еще не зажили раны. Много друзей его погибло на фронте. Многие друзья сгноены в концлагерях. Если мы, Солженицынский, ближайший его друг, умер от голода во время блокады в Новосибирске в 1942 году, Иван Солженицынский. То есть, короче говоря, кстати, трио, которое посвящено ему, это памяти Солженицынского, это гениальное совершенно трио. Так вот, Шостакович, более того, в 50-м году его назначают принимать участие в расследовании злодеяний фашизма. Это, конечно, было страшно. Он отправляется в Бабий Яр, в Литву. Он присутствует при эксгумации тел, этих тысячи, сотни тысяч тел. И вот впервые в его музыке появляется еврейская тема. Тема, которую, как мы можем так назвать, тема трагедии. Тема той самой трагедии, которая охватило еврейский народ во время войны, не только еврейский, но в данном случае это послужило написанию этой прелюдии фуги. И вот многие считают, что здесь есть, кстати говоря, в это же самое время Шостакович пишет вокальный цикл из еврейской поэзии. Именно в это время. И вот мне кажется, здесь, в этой прелюдии, которая начинается, но типичная, так сказать, все еврейские причитания, эти все секунды, аратары, все эти плачущие секунды, которые все эти артикуляции, а это просто фреликс, танец еврейский. Вот это просто еврейский танец. Это мажор. Типичная. И вдруг вот такая фуга, послушайте, с этими паузами, с этими вздохами, с этими трагедийными секундами.
такая трагичная тема. Трагичная тема. Вообще, у меня такое впечатление, что, и, кстати, об этом многие потом написали в книгах, я даже это прочел, кстати, это подтвердило мое такое чувство. Это такое впечатление, когда в гетто вот вели евреев на расстрел. И вот этот мерный трехдольный шаг, который появляется здесь, в этом... трехдольное шествие, которое, конечно, тут и дети, тут и старики. Этот вер... тут все. Здесь вся вот эта вот трагедия, выраженная в фуге. Вот он, пожалуйста, жанр фуги. И как много сказано, как много здесь того настоящего, боли сколько здесь. Сколько здесь страданий. Вот это, конечно, драматический центр всего первого тома. Не могу не сказать о, если мы здесь говорим о трагедии еврейского народа, который был очень близок. Смотрите, написано «Прелюдии и фуги», написано в 50-51 году, война закончилась в 45-м, и после этого еще не успело еще ничего, так сказать, отгреметь, отшуметь, поэтому ничего еще, раны еще не зажили. А мы... В другой фуге, миболь минорный, мы видим трагедию русского народа. Я эту фугу и прелюдию называю а-ля мусорский. И мне кажется, здесь, в этой прелюдии и фуге, тоже очень важно вот это песенное начало, вот это идущее от этих русских древних песнопений, от этих русских древних стонов, от этих русских древних плачей. Начинается это вообще чуть ли не сцена из Бориса Годунова, так я себе представляю. А теперь где? Насколько здесь я прямо вижу эти еродивы, вот эти вот, он просит копеечку, тут же хлеба, это все настолько переплетается здесь, настолько это все зримо, я прямо вижу эту сцену. Из Бориса или из Хованщины. Но вот это вот, понимаете, две трагедии, так скажем. С одной стороны, еврейского народа в фаде из минорной фуги. С другой стороны, конечно, очень близко, естественно, Шостаковичу трагедия русского народа. Вообще, мне кажется, что Россия сама по себе и русский народ, он очень много перестрадал, очень много у него трагедий в жизни. Я бы сказал, такая, знаете, вот нон-стоп, одно меняет другое. И поэтому, мне кажется, в жизни русского человека очень большое значение имеют вот эти вот плачи, эти стоны. И вот этот русский стоны, который в этих секундах... И мне кажется, что исполнитель не должен бояться здесь вот выразить себя, выразить это состояние. Почувствовать вот эту вот трагедию в этой секунде. Иначе русская музыка безжизненна, иначе она не имеет того значения большого и той роли эмоциональной, которую она, мне кажется, должна играть. А это ведь самое главное. А ведь мы сегодня говорим о русской музыке. И вот эта фуга. Я говорил, помните, о том пении с закрытым ртом, которое архаичное пение в начале первой фуги? Без вибрации, без ничего. И вот вам, пожалуйста, вторая, типично русская, протяжная. Посмотрите, какая жалоба, какая тоска.
в этой фуге, конечно, за счет этой пониженной ступени. Вот этой. Вообще, конечно, Шостакович большой новатор в этом цикле. Я вот ничего не сказал по поводу его этих ладов. Здесь и миксолидийский ряд, лад, и дарийский, и аулийский. Здесь очень много того, что... Вот, кстати, мне кажется, извините, что я упустил очень важную вещь в первой фуге, она вся диатоничная. Там нет ни одного знака альтерации, вся белоклавишная. И я так себе невольно представляю, вот такая была белокаменная Москва, и вот такая первая белоклавишная фуга. И вот от этой белоклавишной первой фуги мы делаем скачок в ми-моль минор, о которой я сейчас говорю. И вот, пожалуйста, вам другая русская тема. Я уже сказал, какая большая разница. Весь спектр, я бы сказал так, Руси, русский весь спектр, эмоциональный, песенный, он весь здесь есть в этом цикле. Начиная от того пения, о котором я говорил, через просто... Такая вот тоже тоска, тоска, еще раз тоска. Мне кажется, что, кстати говоря, вот об этом хочется говорить долго. Понимаете, чем отличается вообще русская музыка и русское исполнение? И даже полифонический цикл Шостаковича, который в общем в определенном жанре написан, и все равно охватывает вот эти все спектры, я бы так сказал, все спектры, все направления той замечательной русской линии, а эта линия прежде всего идущая от сердца, от того, от той, как мы все время говорим, загадочная русская душа. Что мы под этим подразумеваем? Не загадочная русская душа. Мы под этим подразумеваем вот это вот этот сентимент. Но сентимент это не сентиментальность, а сентимент это что-то очень большое, идущее от сердца, идущее от самой крови. Понимаете, это как то, что берет за душу, то, что трогает, то, что вызывает слезы. То, что называется, действует эмоционально так, что иногда комок горло подступает. Вот я когда начинаю играть эту фугу, я уже ее много-много играл. И все время никак не могу успокоиться, никак не могу найти вот ту меру, которая меня бы, чтобы не впасть в какое-то состояние вот такого плача, о котором действительно здесь все время хочется думать и говорить. Понимаете, вот, например, что делать с этой темой? Вот вам две трагедии двух народов. И как они тесно были связаны с войной, конечно, и как они продолжают быть тесно связаны до сих пор. Я могу об этом отдельно рассказать. Интересная вещь. После эс-смольной фуги вот такой вот звучит фуга, которая стоит особняком. Не могу о ней не сказать. Это фуга... Ре-моль-мажор. Вдруг, знаете, вот в этом, мне кажется, гениально Шостаковича. Вот тут же, сразу, не успела отзвучать трагедия, вдруг... Ну, тут... такая вдруг радость. Какая-то фестивальность, задор. Эти... Кстати, кварты еще не было. Были квинты, были русские. А еще такой. А вот этого еще не было, понимаете? И фуга, кстати говоря, очень интересная вещь. Фуга. Единственная фуга во всем цикле, которую можно назвать современной, в том смысле, как уже мы говорим, например, об Аллегро Барбара, Бартака. Мы говорим о Прокофьеве, об этих типично таких стаккатных, отрывистых, злых. Вот эта вот тема, которая из себя прямо... И причем, интересно, Шостакович написал удивительную вещь. «Маркатиссимо sempre al fine». Это значит, она
от начала до конца идет в одном движении и в одной динамике. Я таких примеров не знаю. И вот этот контраст после вот этой певучести. И вдруг, вот это вот, когда начинается просто такой моторный и ударный пианизм. Кстати говоря, Шостакович, он ведь не был основателем пианизма, такого, как был Прокофьев. Я уже сказал, что он не был таким фортепианом, как Прокофьев, как Барток, конечно. Поэтому вот такая вот моторность, такая вот энергия, которая здесь задана, это маркотиссимо, оно, конечно, очень сильно. Это единственный пример, который здесь в этом цикле. Ну и, конечно, как я уже сказал, все темы идут по нисходящей. Если в первом томе идет от белоклавишной к большим диезам, как я уже сказал, во втором томе от большого количества бемолей, от шести бемолей, он идет в сторону одного бемоля, в сторону ре минорной, последней прелюдии фуги, о которой надо говорить особо. Она завершает весь цикл, она дает нам представление о выдающемся композиторе, симфонисте, который смог в таком жанре, как фуга, дать настоящее симфоническое развитие. В общем-то, он, конечно, выходит за рамки фуги, это последняя фуга, она выходит за рамки и прелюдии, и фуги. А начинает он ее, интересно, он начинает ее, эту прелюдию фугу, он начинает, как типично, как органный Бах. Посмотрите, как интересно начинается. Опять-таки можно вспомнить и с одной стороны и «Богатырские ворота», с другой – Мусоргского, можно вспомнить и органные прелюдии фуги Баха. Здесь все в таком, я бы сказал, в заключительном виде. Явно совершенно, что он ставит точку в этом цикле. Кстати говоря, вторая тема типично русская. Вот интересно, что у Шостаковича иногда, и в общем-то довольно часто, в его творчестве были так называемые полуцитаты. Потом это в последнем произведении Вальтовой сонате, его симфония в 15-й, есть просто цитаты и от других композиторов. Но здесь, мне кажется, есть такие вот полуцитаты, полунамеки. И мне кажется, вот эти два М, которые прошли, были ведущими у Шостаковича, это Малер и Мусоргский, вот мне кажется, они здесь и присутствуют. Одна из них, вот эта тема фуги, которая зарождается в прелюдии, она напоминает очень вторую часть из симфонии Малера, первой. Посмотрите, как он начинает фугу тем же. Она, кстати, начинается атакой, да?
вторая тема, я уже сказал про эти два М, а вторая тема – это прямо сцена из Борисного. «Хлеба, хлеба». Как он сближает потом эти две темы? Одна из них, вот это вот, как я уже сказал, интонации от Малера, а другая от русского Мусоргского. Вот как эти два начала переплетаются в этой фуге? Какого размаха, какого симфонизма он достигает, соединяя эти две темы? Они соединяются вместе, и первая, и вторая тема. И самое гениальное совершенно, конечно, этот гимн, который он здесь воздает, это имеется в виду. И так он заканчивает этот цикл грандиозно, он заканчивает цикл грандиозно, как большую симфонию. Он заканчивает этот цикл, эти 24 прелюдии фуги, они пристают как единое целое. И вот интересно, какая проследить еще раз, вот от этого до мажора первого этого зерна, которая начинается в той же расположении, как и Бах, и к этому ре минору, совершенно гениальному. Этот симфонический ре минор, этот симфонический, монументальный, грандиозный цикл, который предстает во всех аспектах. Во всех аспектах. Мне кажется, что здесь и русское пение, как я уже сказал, особое, специфическое. Здесь и инструментальное симфоническое развитие, которое в последней прелюдии фуги просто, ну, он просто превосходит жанр, он выходит за рамки жанра. И мне хотелось бы закончить словами выдающейся поэтессы Анны Ахматовой, которая сказала об этой музыке: «В ней что-то чудотворное горит, и на глазах края ее гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие говорить боятся». Вот это вот, мне кажется, четверостишье, оно как ничто лучше говорит о том, насколько этот цикл русский, насколько он проникнут жизнью русского народа и трагедией русского народа. И, конечно, трагедией самого Шостаковича, о которой невозможно не говорить, потому что если бы не было трагедия Шостаковича, как это, может быть, не звучит парадоксально, может быть, и не было такой гениальной музыки. Понимаете? Потому что вот эта болевая точка, о которой я говорил постоянно на протяжении всей своей лекции, вот эта русского, типично русская болевая точка, она ведь, в общем-то, не рождается на голом месте. Это ведь итог того бытия, в котором пребывает человек, в котором пребывает русский человек. А Шостакович, ой-ой, сколько он получил ударов судьбы. Как он смог это все преодолеть и какую музыку гениально он оставил, насколько он нас смог ввести в это состояние, о котором может только со слезами на глазах говорить. Потому что этот цикл – это не просто 24 прелюдии фуги, это большой вклад в цивилизацию, большой вклад во всю музыкальную культуру. Он выходит далеко за рамки и жанра, и национальности. Какое счастье, что есть эта музыка. Какое счастье, что есть Шостакович, который нам подарил эти замечательные 2,5 часа. И я очень бы хотел закончить свою лекцию еще 2 словами. Я очень рекомендую играть эту музыку. Я говорю это здесь, в этой замечательной стране. Я считаю, что эта музыка настолько может будить и фантазию, настолько может развить эмоционально. И мы все время учимся на полифонии Баха, правильно. Но мне кажется, что вот эта страница, эта часть полифонии, может быть совершенно другой. Но в то же время, вот я столкнулся с этим, играя сейчас эти 4 прелюдии фуги, которые я записал здесь. И я понял, какой я был обедненный человек, как мне этого не хватало. И какое это было счастье учить эту музыку. Спасибо большое за внимание. Thank you.
Thank you.